Если ваши ассоциации при слове «груша» не фрукт, и если вы любите такие фильмы, как «Рокки», то вам наверняка понравится наш сюжет о спортивном братстве 2019 в соревнованиях по рукопашному бою. Рукопашный бой – это один из основных служебно-прикладных видов спорта, который развивает Белорусское физкультурное спортивное общество «Динамо». И оно, предназначение его, чтобы каждый правоохранитель имел уметь защитить не только себя, но также своих граждан и государства. Да, я на самом деле добрый человек. У меня работа связана с общением с специалистами, руководителями разного уровня. Я заместитель начальника пожарного аварийно-спасательного отряда номер 1 на объекте Холодный Фонтан и завода «Полимер» по профилактике. Поэтому я занимаюсь общением, несу светлые нормы безопасности пожарной, безопасности жизнедеятельности в массы, в частности, к работникам предприятия завода «Полимер». Вот. Ну, а это хобби, которым я занимаюсь, ну, наверное, последних 20 лет. Да, ни много ни мало, вот знаете, смех смехом, в 99-м году я пришел в этот спорт, а вот уже 19-й год, да, и вот им 20 лет. Нет, не страшно, это наоборот даже, доставляет удовольствие побеждать. Сколько лет занимаешься? Занимаюсь 5-й год кикбоксингом под патронажем Евгения Гущенко. Зрелищность, динамика, всегда большое количество соперников. Ну, очень хорошо подышаться перед какими-то своими стартами. Мы можем похвалиться, что у нас в области очень это уделяется большое внимание, как в УВД Витебского облсполкома, так же в других силовых ведомствах. То есть сегодня больше 100 участников, среди их есть и мастера спорта, которые уже неоднократные чемпионы не только наших областных соревнований, но и ведомственных. Многие выступают и на международных соревнованиях, которые действительно защищают честь нашей Республики Беларусь. Следите за новостями на портале городвитебск.бай.